благодаря слаженности, благодаря знанию того, что каждый должен делать на своем рабочем месте, ответственность каждого военнослужащего. Это и способствует выполнению задач. Ну, перевелись в готовность в указанном секторе. Была обнаружена воздушная цель, после чего взяли ее на сопровождение. Произвели опознавание, доложили на вышестоящий командный пункт, что есть цель на таком-то удалении. Старший начальник дал команду на уничтожение воздушной цели, так как цель была не своя по результатам опознавания. Был произведен пуск. Оценив результат стрельбы, цель была поражена. И после этого должен был сменить свою стартовую позицию, но примерно в этом же азимуте увидел вторую цель. Времени сменить позицию не было, так как и прикрываем подразделения остались бы просто без защиты с неба. Осуществил захват второй воздушной цели. Параметры движения были примерно такие же, как и у первой, что показало. Это был тоже второй самолет. Доложил командиру, и было дано разрешение на пуск второй ракеты. По результатам стрельбы и второй самолет тоже был поражен. Цель несложная, цель хорошо заметная. Все параметры ее, все вполне известно. Поэтому по ней работать не так сложно. Ну, недостижимые цели, конечно же, есть, но в ходе выполнения данной операции таких целей пока не встречалось. Все цели, которые давал цель распределения вышестоящий начальник, все цели были обстреляны.